Всем привет! Сегодня у нас обзор по новому Vistal. Это iVistal в дострое из хром-металла. Диаметр этой трубки у нас 16 мм. Толщина стенок 0,6. Пластиковый свисток с диаметром 16,5. Я его нагреваю, вставляю, он хорошо поддается. Материал отличный, звучание у него хорошее. Удобно с ним работать. Пробка у нас из ибонита. Это такой пластик. Тоже с ним работать хорошо, он точится легко. Ну и запах, конечно, когда стачиваешь, неприятный. Вот. Ширина-высота окна у нас 9 на 4,3. Ну, до 4,5 вот так вот колеблется. От 4,3 до от 4, там, смотря какой Vistal. Так, длина общая 328 мм. Диаметр отверстий вот этот нижний 8, 8,5, 5, 6,5, 7 и 6 миллиметров. Ну, все, в принципе, по характеристикам. Теперь поиграем. Такое вот звучание интересное тоже. Напоминаю, что Vistal получается всегда разные по звучанию, по тону. Ну, не то что тон, тональность всегда все стараюсь настраивать хорошо, но все строит отлично, просто именно тембр звука он меняется. Где-то шепелявость бывает, где-то звонкость какая-то присутствует, где-то нежность, тише там. Ну, все это зависит от свистка. Какой свисток у вас получится, такой будет Vistal. Ну, еще играет роль, конечно, отверстия. Почему-то вот тоже по искажению, по звуку, не знаю, вот, тоже какую-то роль играет. Но больше берет, конечно, это свисток. Кстати, к нему даже чехольчик вот такой вот вязанный, готовый уже есть. Один Vistal у меня такой уже есть. Я сделаю еще второй, чтобы в наличии был. Ну, я стараюсь вот делать сейчас, вот в данный момент, еще буду делать, чтобы у меня именно популярные строи в рейв-до были по два, по три варианта, короче. Чтобы, ну, не бегать потом, не переживать, что нужно сейчас сделать заказ быстро, быстро. Поэтому вот. Ну, все. Всем пока.